Скоро будет деревня. Местные наверняка знают, как найти Лаврентия. Хьюго. Хьюго? Маме не понравится, когда узнает, что я упал в воду. Тогда не будем говорить ей об этом, ладно? Так, сначала надо обсохнуть. Хьюго Босс. Итак, ребят, всем ку. Была неплохая подводочка к рекламе, но, корица, увы. Так, что это такое? Что здесь есть? Ничего, да? Хорошо. Давайте смотреть, нам нужно обсохнуть. Ага, вот и вещи, наверное. А месье, зачем они нас хотели поймать? Я не знаю. Не хочу об этом думать. Попросил Лаврентия, чтобы он нас отвел к маме и папе. Да, конечно. Да, по-любому. Вот я единственное не могу понять, почему мама с нами не пошла. Ну, то есть, как бы там же где был же все? Мужик. Он же мог отвлечь, получается. А то она бросила двух детей и такая, типа, бегите. Теперь вы свободны. Бред, короче. Так, ага, открыть нельзя. Давай смотреть, где тут... Где тут что? Может, на лошадь и уедем? Мы ж, по идее, умеем на лошадях кататься. Они огромные. Они тебя не тронут. Что это за сум? Они боеют? Просто причищают нос. Идем, нам пора. Прикольный перевод у малого. О, яблоки. Хьюго, не сейчас. Но... Не трогай, они гнилые. Но я голодный. Как ты можешь думать о еде? Давай куру поймаем. Хьюго, лови ее. Давай. Лови, лови куру. Дын, там, наверное, много людей. Ну, либо там кого-то сожгли. Простите, подождите, госпожа! Да что с ними? Они боятся. Так, а ну? Извините, я дочь Роберта Деруна. На нас напали, нам нужна помощь. Пожалуйста, мы замерзли. Понял, им все равно. Так, а может ты? Эй, кто-нибудь, у меня на руках младший брат. На поместье Деруна напали. Помогите нам. Мы устали и хотим есть. Да что здесь происходит? Так, дай мне ручку. Молодец. Кто-нибудь, нам нужна помощь. Никто нас не впустит. Что с ними такое? Понятно, ладно. Значит, побежали, будем искать сами выход отсюда. Не могу поверить. Они прячутся. Так, можно пройти? Нет, нельзя, нельзя, нельзя. Слишком долго мы ждали. Говорила же, надо уходить. И куда? Мы тут кто-то есть. А теперь вернемся, когда все наладится. Да, я думаю, они нам не помогут. О, смотри, на дверях что-то нарисовано. Назад! Это значит, что в доме есть больные. Ничего не трогай. О, им нельзя выходить наружу. Гораздо хуже. Это значит, что мы можем от них заразиться. Хватит тут бегать. Ладно, извини. Так, не кричи на мелкого. Он же ж не виноватый. По деревне ходит зараза. Вот все и прячутся. Пахнет едой. Это что, ярмарка? Не похоже. Так, что-то мне не хочется туда идти. Боже. О, мясо. Сейчас понямаем. Да будь я проклят. Вот и остальные. Что? Нет, постойте. Мы просто кое-кого ищем. Вы уже всех нашли. Эти твари на вашу музыку вылезли, а? Они заполонили нашу церковь. Это ваша дрянь нападала на детей во сне. И заражала их. Ну, теперь вы встретили Конрада Мальфора. И вот что я скажу. Это последняя деревня, что вы заразили. Алисия. Бежим.
Так, бегим. Что случилось, Амичи? Просто беги! Почему они злятся? Они и нас сожгут. Демоны! Сам ты демон. Так, куда? Прячемся, Амичи! Сюда, забирайся внутрь. Так, давай. Все тихо. Он нас заметит. Нет, не заметит. Подождем немного, они объявятся. Тогда мы их и схватим. Сейчас, короче, сделаем вот так. Что это там такое шумит? Ну, сходи, посмотри. Сходи, посмотри, а мы как раз пройдем потихонечку. Ну же. Все. До побачення. Так, хорошо. Потихонечку. Так его. Помаленечку. Все, можем бежать. О, бегим. Сюда. Уходи. Куда мы идем? Просто беги, как можно быстрее. Так, налево, да? Смотри, стена. Они идут. Быстро. Давай. Они провалились. Наверное, какой-нибудь дырой прячется. Миёныш. Так, наверх, зачем да? Они это делают? Они думают, что мы привели с собой зло. Надо как-то отсюда выбраться. Так, ну. Давай, мелкий, давай. Блин, как же туго это все идет. Во. Все, еще чуть-чуть, еще маленько. Еще маленько. Хорошо, теперь я заберусь наверх. Ну же, забирайся. Хорошо, не звука. Давай, мелкий. Все, умничка. Ага. Тоже, да? Надо что-то подвинуть. Ага, вот эту штуку. Так, это камни, бутылка. А эту, наверное, штуку надо сбить, да, сейчас будет? Цепь не кажется крепкой. Будет много сумок, да? Да. Есть идеи получше? Все, хорошо. Помоги толкать. Да. Давай, только сейчас нужно будет развернуть. И потолкали. Все, умничка, еще чуть-чуть. Так, давай. Давай, я посажу. Так, надеюсь, скоро выход будет. И они нас не догонят. Так, пошли. Ну что ж, мы выбрались. Значит, можно просто уйти? Если они снова нас не найдут. Ну, у тебя проща. Ты нас защитишь. Это не так-то просто, Хьюго. Так. Нет, быстрее, лезь. Падла спалила нас. Это опасная миссия. У нас нет времени, они близко. Она сломается. Не сломается, давай. Нет. Я заговорил тебя. Жесть. Юга, ладно. Ты куда? Не бросай меня. Амисия, сюда, в сторону. Вот ты где. Смотри, что я нашел, ты заедешь? Да, молодец, давай. Я ее собью, осторожно. Кого? Кого собью? А, ага, понял. Так, дальше. Давай. Вот так. Во, умничка. Так, я как? С какой стороны? Прости за яичницу. Это моя вина. Ты прав. Надо идти домой. Нельзя. Во всяком случае, без Лаврентия. Лаврентий. Мне интересно, что там за Лаврентий. Так, пошли. Пошли. Куда? Так, тут закрыто. Хорошо. Прячусь. Ну, и где они, мать вашу? Конор, мы окружили все. Они тут недавно были. Значит, мы... Конор отсмехнулся, когда умер его сын. Так, ага. А нам из-за этого сжечь невинных и гоняться за детьми. Между во, тем, вижу. Чума повсюду. Они отсюда не уйдут. Так, уходи, молодец. А мы с вами потихонечку вон в кустике.
Так, сейчас надо этого будет отвлечь. Только давай заберем горшочек. О, молодец, умничка. А горшочек мы с вами кинем куда? Наверное, куда-то в эту сторону, да? Ага, понял. Значит, нужен горшочек. Да что там за шум, блин? Так иди посмотри. О, молодец. Слабоумие и отвага. Все. О, нет, опять! Бегем. Куда дальше? Ай, я не знаю. Без понятия, если честно. Выхода нет. О, нет. Есть. Давай. Эй, пожалуйста. Я пытаюсь. Заходи. Надолго их это не задержит. Умничка. Быстрей. Они знают, что мы здесь. Нет, застряла. Так, и что делать? Ага, можешь мелкого подсадить. Во. Тихо, все хорошо. Юго, забирайся. Открой мне дверь. Ладно. Какого черта вы тут делаете? Заблокируй доска. Сможешь ее убрать? Я пытаюсь. Быстрее. Быстрее, Хьюго. Хьюго, быстрее. Я не могу. Хьюго, он здесь. Я иду. Хьюго, сделай что-нибудь. Хьюго. Во, умничка. Побежали, Хьюго. О, пожалуйста, нам нельзя останавливаться. Еще чуть-чуть. Блин, жесть какая. О, Хрюша, здорово. Тупик. Нам конец. Куда? Сюда, не бойтесь. Идите ко мне. О, спасибо. А ты нас не снимаешь, не? Самая зараженная часть деревни. Где они? Слушай, скажем Конраду, что потеряли их. Так, нас нема. Нам наверх надо, либо вниз, или куда? Здесь вы в безопасности. Спасибо. Сюда они за вами не пойдут. Вы все мокрые. Наверху есть одежда. Переоденьтесь. Все понял. В сундуке. В спальне. А, правда? Спасибо. Так, Хьюго, пошли. В сундуке, в спальне. Вот тут, а да, наверное? Уже неплохо. Ты как? Идем искать маму, Анисия. Не сейчас. Она велела нам найти Лаврентия. Но это глупо. Нас поймают. Хьюго, мы будем делать то, что она нам сказала. Хьюго, подожди. Так, сейчас, ребят, буквально пару секунд. Так, все, пошли. Куда он побежал? Идемте найдем Хьюго. Пару? Вот и хорошо. Это внучков моих. Ой, меня Клэрви зовут. Я Миссия, а это Хьюго. Скажи спасибо, Хьюго. Спасибо. Клэрви, что здесь творится? Это чума. Столько народу погубило. А сколько еще погибнет? Но где ваши родители? Дома. Они нас ждут. Мы ищем доктора. Лаврентия. Доктор? Кажется, к нам кто-то приходил. Он помогал больным. Может быть, монахи расскажут больше, но... Что? Их давно никто не видел. Сейчас к церкви никто и близко не подходит. Нам выбирать не приходится. Мы туда заглянем. Вы там умрете. Никто теперь не слушает старушку Клэрви. Ладно, я смотрю, у тебя есть проща. Она тебе пригодится. Но в таком виде толку от нее будет мало. Сходи на задний двор. Там есть пара обрезков новой кожи. А работать можешь в мастерской. В комнате рядом. Вы так добры к нам. Мы сейчас будем что-то делать, можешь, да? Можешь взять инструменты в мастерской. Так, Хьюго. Хьюго, пока посиди здесь. Так, что это такое? Инструменты есть. Теперь нужна кожа. Так, кожа. Пошли. Пошли найдем кожу. А вот и кожа, если не ошибаюсь, да? Ну да, это кожа. Кожа. Теперь за работу.
Так, успокойся и соберись. Так, что мы будем делать с вами? Зажмите, чтобы починить прощу. Давай зажмем. Так и лучше. Есть. Если я найду подходящий материал, попробую ее улучшить. Отлично. Так, сумочка. Требуется бла-бла-бла, понял. Сумка для снарядов, да? Прикольненько. А что у нас еще здесь есть? Кодекс. Ну все, вроде бы. Хорошо, теперь надо поблагодарить Клэрви. Так, вы можете в любом момент открыть меню изготовления, нажав Ша. Ага, прикольненько. То есть, когда мы насобираем определенное количество предметов, да, то мы сможем улучшаться. Окей, идем. Идем поблагодарим. А, ну как? Теперь намного лучше. Спасибо, Клэрви. Спасибо за все. Здесь вы их упустили? Да. Ну, как по мне, они тут долго не протянут. Ты что делаешь? А ну, положи колотушку. Ты что, совсем дурак? Я не дурак. Тихо, не ори. Дети, прекратите шуметь. Я хочу к маме. Замолчи, ты нас погубишь. Мама бы нас защитила. Все, хватит. Я хочу к маме. Мама погибла, Хьюго. Ты больше никогда ее не увидишь. И папу тоже. А миссия? Ты Телзос. Их убили в нашем доме. Обоих. Так что заткнись. Телзос, я тебя ненавижу. Прекратите. Хьюго, нет. Хьюго, не уходи. Жесть. Ты с ума сошел? Стой. Алло. Патла. Я ж тебя брошу. Хьюго, вернись. Жесть, не хватало еще за малым сейчас бегать. Что он делает? Убегает. Где они? Куда они провалились? О, нет, он нас погубит. Хьюго, стой. Хьюго, пожалуйста, прости, стой. Демоны. О, боже. Демоны. О, нет. Хьюго. Я не должна была на тебя кричать. Пожалуйста, послушай. Нет, оставь меня. Прости меня. Угу. Нет, нет, нет. Добегался. Нет, отпусти его. Так вот вы где. Нет, подожди. Вот на, я... лови. Я не хотела. Амиссия! Амиссия! Хьюго! Я иду! Жесть. А Господи, пожалуйста, куда ты побежал? Хьюго! Хватит дергаться! Амиссия! Мы просто ждем твою сестру! Тебе со мной не справиться! И что мне с ним делать? С тебя-то вот я и начну! Зачем нет, вы сюда пришли? Пожалуйста. И что мне с тобой делать? Так. Дура! Сам аж дурак. Меч не пробивает эту броню! А, должен быть способ сбить с него эту броню! Да? Какой? А, что-то я засиделся! А ну? Какой способ? Хьюго, ты не хочешь мне помочь? Ну? Алло. Ты будешь что-то делать или нет? Может, за бочками спрятаться? Может, они взорвутся, типа? Или нет? Или навряд ли? Или навряд ли? Ага. Во. Быстро. Понял. Поздно. Понял, понял, понял. Давай, Конрад, покажи мне, что ты способен. Да, давай, покажи. Покажи. Ты ж мужик. Настоящий мужик к детям пристал, да? Так. Я знаю, на что ты способен. Все. До побачення. Не трогай, не трогай ее. Мне не страшно. Ой. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, маленьких обижает, ты гляди. Но зато теперь я знаю, как с ним разобраться.
Давай. Давай, лупи. Так. Минус один. Пожалуйста, нет! Я не хочу! Отпусти нас! Поздно! Руки прочь! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Выхода нет! Рано или поздно! Да-да-да. По-любому. Так, главное не попасться к нему опять. Не тройте ее! Ну, ты не хочешь? Не? Нет тебе желания? О, красавчик. Я знаю, на что ты способна. Отлично. И я этим и воспользуюсь. Не-не-не-не-не-не-не. Я покажу тебе, каково это. До побачення. У тебя того, кого любишь. Тихо-тихо-тихо, ты чего? Придурок, отстань. Довольно. Давай, похуй, да. Продолжай. Только смерть меня. Все. Минус один. Тоже хотите? Ты убила его. Да нет, он просто заснул. Он устал и спит. Бежим. Так, опять бежать, да? Что это? Третья глава, да? Воздание. Смотри, Амичия. Я иду. Так, ну хорошо, что нас уже никто не преследует. Так, а ну, дай мне ручку. Ага, нельзя, да? А зачем там свечи? Свечи для того, чтобы показать, что ты думаешь о ком-то. О, можно зажгу? Если хочешь, только не обожгись. Да, спасибо. Давай. Спасибо. Ля, умничка какой, молодец. Для мамы и папы. Присмотри за ними. Все, Хьюго, нам пора идти. Здесь ничего нету? Нет, здесь ничего нету. Нужно, наверное, еще бегать. Забавно. И лутаться. Звук такой. Это эхо. Эй! Хьюго, здесь могут быть люди. Во, отлично. Мы что-то с вами взяли, да? Теперь мы сможем, по идее... А, не сможем... Угу. Окей, ну ладно. Прости мне зло, которое я только что совершила. Я никогда... Амисия, ты мне делаешь больно. Прости. Так, здесь что-то есть? Либо не, нету. Лута здесь нет. Ага, вот вижу, есть. Чуть не упустили. Отлично. 2 из 8. И здесь что-то мы нашли. Бусы. Это чётки. Чётки. Зачем они? Чтобы молиться. С ними можно говорить? С мамой и папой? Да, конечно. Так, нажмите Ш, чтобы узнать побольше. Угу. Окей, спасибо. Тут все завалено. Зачем они это сделали? Чтобы не дать кому-то зайти или выйти. И что будем делать? Что будем делать? Куда и пойдем? Назад нам явно нельзя, да? Так, может, нужно разбить что-то? И залезть куда-то. По-любому, наверное, сейчас нужно будет какое-то окошко, да, разбить? Смотри, а, вот лестница. Тут есть лестница. С
Забирайся. Надеюсь, лестница не сломается. Не сломается, Хьюго, поверь. Амисия, там кто-то есть. Дети, что вы тут делаете? Отец, нам нужна помощь. Уходите, нечего здесь делать. Тут очень опасно. Подождите, пожалуйста, это важно. Надо пойти поговорить с ним. Так, пойдем по-любому, там тем более что-то светится. Она будет забрать. Где найти Лавьентия? Давай спросим его об этом. О, они все сломали. Что здесь происходит? Может, тут делают кровати? Я так не думаю. Так, есть еще что-то нашли. Хорошо. Вот, отлично. Нужно будет потом улучшить себе сумочку, я так понимаю. Или что мы будем с вами улучшать, Диана? Так, карман. Поместится по 12 материалов каждого типа. А. Так, для выстрела с максимальной точностью требуется меньше времени. Вот это вот хорошая штука. Угу. Так, меньше шума при беге и уклонении. Окей, но нам все равно ничего не хватает еще из этого. Я знаю этот запах. Лечебные травы. Должно быть, монахи положили их в воду, чтобы очиститься. Матушка так делала. Да они тут вино гонят, ты чё? Какие лечебные травы? Ты о чем? Крица, я знаю этот запах. Так, побежали. Главное сейчас все углы просмотреть, чтобы мы точно ничего с вами не пропустили. Во, отлично. Что там мы еще нашли? Цветы! Такие красивые! Так, не трогай. Не трогай, не трогай, не трогай. В моем гербаре такие же, но эти красивцы. Хьюго, идем дальше. Подожди, иди сюда. Что? Он тебя защитит, а еще он красивый. Оу, ладно. Можно идти. Спасибо, Хьюго. Пожалуйста. Так, а можно топорик взять? Он бы нам пригодился. Понял, нельзя. Хорошо. Ладно, а вот еще что-то лежит. Забрать и забрать. Ткань есть, отлично. Сможем уже прокачаться? Либо не сможем. Все равно не хватает. А я даже не знаю, что его прокачивать. Даже не знаешь, его и прокачивали потом. Так, а тут у нас тоже, да, что-то лежит? Да. Во, веревочка и сера. Так, веревочка и сера. Это веревочка. Угу, угу, угу. Окей. Ладно. Значит, попробуем сделать это позже. Так, тут закрыто. Тут закрыто. Здесь ничего нету. Отец! Опять ты! Я велел тебе уходить! Одну секунду, буквально! Ты не понимаешь! Уходи, пока можешь! Пожалуйста, нам нужна помощь! Помогите хотя бы ради него! Роберт Дерун. Его герб. Мы его дети. Мы ищем Лаврентия. Он доктор. Вы его знаете? Да, да, я знаю его. И знаю, что он лечил вашу семью. Он говорил о вас. Я отец Томас. Ох, если вы здесь, это не к добру. Инквизиция пришла к нам и... Могу представить. Но то, что здесь происходит, гораздо хуже. Вы должны немедленно уходить. Не то вы умрете. Но, отец, деревенские хотели нас убить. Они рехнулись, они спятили. Так, Лаврентию, вам к Лаврентию. Но я не могу покинуть церковь. А выйти отсюда можно через крипту трех святых. Может, еще не поздно. Я расскажу вам, как добраться до фермы Лаврентия, но... Но дальше... Все в руках Господа нашего.
Кажется, пока все спокойно. Идем. Очень важно оставаться на свету. Отец, почему на дверях в деревне кресты? Там правда чума? Все началось с укусов, ночных укусов. Потом болезнь распространилась. Сначала по отдельным семьям, а потом по всем. Лихорадка усилилась. Люди стали умирать. И когда мы наконец поняли, откуда это взялось, было уже слишком поздно. А откуда оно все взялось? Почти пришли. Брат Морель должен быть там. Нас только двое осталось. Брат Морель, стойте здесь. В чем дело? Отец? Нет, нет, нет. Нет. Отец, нет. Свет! Жесть. О боже, Юга, не отходи от меня. Так, и куда нам идти? Это какой-то кошмар. Нужно на улицу, Амисия. Я знаю. Не останавливайся. Это монах второй. Надо лезть наверх. Факел придется оставить. Нет, пожалуйста. Успокойся. Тут есть подставка. Без света мы не останемся. Ну что потом? Что-нибудь придумаем. Так, заберем следующий факел. Понял. Так, давай сюда. Огонь! Нам нужен огонь! Огонь, огонь, огонь! Дерево всё. Быстро прогорит! Надо спешить! Так побежали, может? Пошли прочь! Пис, убирайтесь! Успокойся, Хьюго! Свет нас защитит! Понял! Так, отлично! А я бежать не могу! Так самое вот интересное, что не могу бежать! Крысы! Священник говорил, что можно выбраться через крипту! А валюту? Через крипту можно выбраться, значит, ребят. Значит, нужно просто уйти? Крипту трех святых. Об этом пути говорил святой отец. Нужно искать другой путь. Так, давай, полезли. Так, и что делать? Ага, вот что-то есть. Ага, понял, вижу. Наверху они сидят. Да, спасибо. Они их сожрали. Ну смотри, мы уже им ничем не поможем. Это ужасно. Я знаю. Ну, можем помочь доесть их. Сейчас пойдем, поезжай секунду, я хочу посмотреть, есть ли тут что-то наверху. Надо залезть наверх. Да. Мало ли, может, какой-то лут будет. Не хочу упускать. Так, а здесь ничего. Ага, вот что-то лежит. И там что-то лежит. Все, отлично. Нам в любом случае это пригодится, чтобы улучшать. Чтобы улучшать это все, что нам нужно. Я так, пойду первая. Все. Угу. Теперь побежали отсюда.
Так, Хьюго. Закрыто, да? Ага, хорошо. А теперь что нам делать? Что-то нам делать. Нам надо, наверное, вот эту штуку сбить. Только я не вижу как. Ладно, побежали наверх. Сначала ты. Конечно. Попробуем сейчас отсюда как-то сбить ее. Если у нас получится. А по идее должно получиться. Все, ладно, отлично. Пойдем одновременно. Так, Хьюго. Давай. Стой, подожди. О, побежали. Побежали. Так нет. Хьюго, успокойся. Все будет хорошо, не переживай. Надеюсь, я правильно бегу. Ага, мы что-то с вами нашли. Так, а теперь мы что-то сможем с вами улучшить, правильно? Карман. Поместится по 12 материалов каждого типа. Так, надеюсь, не воровской карман мы сейчас себе будем улучшать. Тут не. Ладно, давай попробуем. Неплохо. Всё. Совсем неплохо. Согласен. Отлично. Так, теперь давай отсюда. Так, стоп. Ага, вот сюда. Давай отсюда уходить. Свету! Свету быстрее! Я не вижу здесь факелов. Как мы? Что же делать? Стой, что это? По-любому нужно что-то будет сбить, да? Да, а, на мясо будет сейчас. Ага, не попал. Все, отлично. Это должно их отвлечь. Ты думаешь? Еще немного мяса и порядок. Во, все, еще немного. Давай. Мяса и порядок. Побежали. Так, забрать. Перепрыгнуть. Всё. Святая Троица. Мы почти уже у выхода. Понял. Бежим дальше. Хорошо. Надо быть осторожным. Так, здесь сейчас по-любому, да, опять какая-то загадка будет. Так, капелька с водичкой. Ага, и что нам делать? Ну, у меня единственный вариант только на стол залезть, да. Так они до нас не доберутся. Так, отлично, отлично. Не упади. Мы не упадем. Держись за меня крепче. Так, во, мясо. Отлично. А теперь нам нужно куда? Вот сюда, да? Тут факел. Присутки отверстия. Я это подниму. Доберешься до факела. Да. Давай. Давай, мелкий. Тяжело. Хьюго, быстрее. Давай. О, нет! В порядке? Да, стой, где стоишь. Там пол еле держится. Алисия, как мне вернуться обратно? Погоди, я сейчас что-то придумаю. Не беспокойся, что-нибудь придумали. Пока ты с факелом, ты в безопасности. Ну, а как же ты? Мы пойдем вместе. Свет через решетку будет защищать и меня. Так, погоди. Ты А, мы вместе идем. Ну тогда идем. Давай. Медленно, Хьюго. Хорошо. Все, умничка. Смотри, молодец. Дай тебе факел. Да. Да. В моей давай. Стране слишком много крыс. Все, отлично. А мне как пройти? Сейчас, погоди. Других способов я не вижу. Сейчас надо. Пролезь там, я встречу тебя на другой стороне. Залутать его. Если уверен. Заметишь крыс, просто остановись. Я сейчас буду. Ладно, ну пожалуйста, быстрее. Все, иду. Иду, Хьюго, не переживай. Сейчас я буду. Надо спешить. Амисия, давай быстрее. Дай бегу. Хьюго, что случилось? Хьюго, скажи что-нибудь. Так, Боже, и что делать? И что нам делать? Хьюго. Блин, и как мне к тебе пройти?
Но явно ж не бросать камень, да, в тебя? Ну да. А, вот, палочку вижу. Все, 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 Арчи, Арчи. Все хорошо. Так, давай, наверное, мы тут заберем все. А потом закончится палочка. Ля, это толчок. Я тут что-то на толчке собираю. Всем приятного аппетита, кстати, да. Сейчас палочка закончится, и мы заберем с вами еще одну. Все, отлично. Полезли. Подпалить. На каком? Юго, ты в порядке? Там были крысы, я видел на свет. Тебя укусили? Нет, я нашел ездить, но там крысы. Я расчищу тебе проход. Так, сейчас все будет хорошо, Хьюго, не переживай. Успокойся, Амиссия. Ты в порядке, он в порядке. Соберись. Саня в порядке. Саня, ты в порядке? Ты в порядке, Саня, все в порядке. Ветки горят очень быстро. Да я иду как могу. Так, иду как могу. Ага, вон еще, да? Отлично, спасибо. Так, а где веточки? Веточки, веточки, вот веточки. Так. Саня, ты в порядке? Да, Саня, в порядке. Так, давай. Пошли. Жесть, лучше бы это были гробоиды. Так, и куда? Мне не нужно было оставлять себя одного. Это рискованно. Все хорошо. И куда? Здесь мы правильно идем. Потому что я без понятия, если честно. Куда тут нужно идти? Так, наверное, туда, да? Где... Где свет есть? Давай тогда берем. Саня, я тебе палочку возьму одну. Нам нужно срочно. Да. Вот и выход. Все, шикарно. Спасибо. Теперь идем отсюда. Да, далеко-далеко. Да, далеко-далеко. Давай только сейчас заберем и посмотрим, сможем ли мы что-то прокачать себе. Ага, мы ничего не можем, да, прокачать? Нам чего-то не хватает. Блин, а как мне найти вот эту веревочку? Или что это такое? Как мне ее найти? Так, мне реально не хватает, чтобы... прокачаться. Так, ладно, побежали. Давай, я помогу. Ладно. Очередные палочки, да? Что это на земле? Все равно пойдем. Да, сюда же мы как-то добрались. Все будет хорошо. Держись рядом. Я бы туда не пошел бы, честно. Ты на стенах. Я не знаю. Честно, я туда бы не пошел, да. Все, хорошо. Ты думаешь? Да, мы угодили в гнездо. То есть они станут еще злее? Так, надеюсь, что нет. Алисия, нельзя трогать стены. А, воздух. Жжет мне горло. Так, хорошо. Веточки, мы, да, веточки. Мы дошли. О, отлично. Мы дошли к Хьюго. Нет, беги, Хьюго, беги. Брось, отстойте. Мы смогли. Мы смогли. Мы смогли, мы...
А Миссия, я хочу к маме. Я не хочу, чтобы она была мертвой. Хьюго.